Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Дорогие друзья, в этот потрясающий праздник я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Это величайшее событие, которое произошло более 2000 лет назад. Божий Сын воплотился в образ человека и был рожден на этой земле. Он ходил, жил, служил, благотворил, прощал, любил, тем самым показывая нам пример, как нам должно жить на этой земле. Он был человек, но он был и Бог, и он имел общение со своим небесным Отцом. И через него мы имеем доступ к престолу благодати и можем также общаться с нашим Отцом Небесным без каких-либо преград. Этот год был необыкновенно тяжелым, наверное, для каждого из нас. Но я хочу напомнить, что наша с вами надежда, наше с вами упование, наша крепкая скала и основание, на котором мы стоим, это наш Господь Иисус Христос. И я желаю вам в этот чудесный праздник Рождества, чтобы эта звезда, которая зажглась когда-то на небе в Вифлееме, чтобы она согревала ваши сердца, чтобы она согревала ваши дома, чтобы она несла надежду туда, где отчаяние, чтобы она несла радость туда, где печаль, чтобы она несла исцеление туда, где болезнь, чтобы она несла обеспечение туда, где нет его. Это звезда, наш Господь Иисус Христос. Я поздравляю вас, и я благословляю вас. И также словами «И сказал им ангел, не бойтесь, что бы ни было в вашей жизни сейчас, что бы ни происходило, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне вам в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь». С праздником, драгоценные! С великим праздником Рождества Христова!